Приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в симулятор уборщика «Место преступления». А тебе приятного просмотра и приятного аппетита, если тебя эта картина не пугает и не испортит тебе тот же самый аппетит. Так что, поехали за уборочку. И не забудь свой царский лайкосик. Я знаю. Ты либо его уже поставил, либо забыл. 100%. А я тебе напоминаю. Так, что у нас тут с тобой происходит? У нас, во-первых, вот тут, походу, чье-то непонятное место. Что-то он снимал, какие-то блоги, какие-то стримы, и кто-то явно не тот день он выбрал. Кто он здесь? Заядлый геймер. А, вот оно что. О, фига. Ё-моё. Но он еще и барабанщик, походу. Ничего себе. Предлагаю начать с этого места. Естественно, где мое ведрушко? Мое ведрушко? Ведрушко? Почему мое ведрушко внизу? Кто его украл? Кто его там оставил? Ты тут? Нет. Где мое ведро? А, ну вообще там. О божечки. Что ты здесь делаешь? Одинокий мой. Мой одинокий его... Все как обычно. Слушай, почему я совершенно не удивлена? Вот я совершенно не удивлена, серьезно, что я снова опрокинула это. Так, ладно. О, ключик. Это чего? От прачечной? Я еще даже прачечную не нашла. Ничего себе. Тут такое окно. Ого, панорамное. Ничего себе. Вот это да. Вот это прикольно. Вот это классно. Прям очень классно. Прям вау. Прям ого-го. Прям ого-гошеньки. Так, ладно, давай нальем. Нальем какой-то фигни сюда. Давай вот этой. Чтобы хорошие пятна очищала. Сразу. Самые сложные. И поехали. Пошли отсюда. Аккуратненько. Вот сюда поставим тебя. Все, теперь мы можем взять спокойно эту... Швабру, да, это... Прости, чувак. Прости меня, пожалуйста. Так, это, кстати, новый свет. Это даже не мой свет. На удивление, это даже не мое. Так, лампа. Почему моя лампа здесь? Что ты здесь делаешь? Тебе нужно быть вот тут вот. Вот примерно. Вот так включись. Дальше я хочу еще вот такую лампу поставить. Это моя, да? А, это уже моя, кстати, лампа. Хорошо, у меня есть еще одна лампа. Смотри, у меня очень много ламп, и она, походу, внизу. Ладно, значит, обойдемся этими лампами. Хорошо. Ладно. Жаловаться не стану. Вот это просто надо все помыть, потереть. Так, коверчик. А, тебя, походу, надо бы чуть-чуть отнести. Представьте, играете в FPS, и вдруг получаете пулю в голову. Вот это я понимаю. Погружение в игру. Не очень как-то звучит совершенно. Мне не нравится. Мне совершенно не нравится. Нет, я не согласна. Не-не, не надо такого погружения в игру. О, а тут посмотри, как грязно. Посмотри, как тут грязно. Ё-моё. Так, вообще, ковер. Давай ковер сначала. А то он такой чистенький, красивенький. Хоп, и пятна. Два монитора. Одобряем. Туалетная бумага. Интересное сочетание. Хорошее сочетание. Прям прекрасное. Так. Что-то быстро испачкались эти швабры. Очень быстро. Ой, давай вот это я... Куда мне? А, она еще грязная. Так, тебя куда? Ага, тебя вот сюда вот примерно поставить. Так, стул. Давай тебя помою. Красавчик. Так. Оп. Дизайн интерьера — мое призвание. Я тоже так думаю. Это все мое. Так, вот эта штука. Да, давай, устроим погрому. Давай, конечно. Больше погрома. Давай. Ага, именно. Так, эта штука, по-моему, вот сюда.
Так, вот это как бы седло сюда. Так, длинная штука. Вот это вот. Туда. И еще одна должна быть штука. А, ты даже не встал. Ну встань, ну встань. Почему ты не встаешь? А что такое? Во. Так. И последняя к этой штука должна быть здесь. Где-то еще должна быть здесь эта штука. Ладно, сейчас мы до нее дойдем стопроцентно. Давай сначала. Вот она. Нет. Нет. О, это молоко? Миссис, have you seen this man? Нет, это что-то странное. Это что-то явно очень странное. А, кстати, там уже не мои следы, как по мне. Это что-то тоже странное. Тут кто-то был? А вдруг тут кто-то есть, кроме меня? Страшно. О, у меня фонарик же есть. Класс. Но пятна мы оттираем очень плохо. Во, вот так вот. Во, пошло дело. Отлично. Так, ну этот мусор я убирать не буду. Мне он как бы не нужен. Так, что у нас тут? Ага. Ага, я поняла, я все поняла. Да, хорошо, это все на моем. Это моем. Так, тут следы еще. О! Вот оно что. Вот оно что. Оп. Ся-ся-ся-ся. Смотри, 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 смотри. Припрятал, называется. Припрятал. Уж этот юный геймер. А, вы посмотрите на него. Игр мало. Так, это на что? Да, он умер от этого. Игроки, будьте настороже. Почему? Первые впечатления от ретро-джанк. Все симуляторы, один сим, чтобы править всеми. Без кранча, вечное счастье, интервью, все, ля-ля-ля, слишком долгая игра может вас убить. Ну, походу. Если особенно к вам кто зайдет, походу, да, и вправду может убить. Есть такое дело. Так. Это все? Все. Протрите кровь. И все. Не все. Так. Хорошо, что здесь надо сделать? А, больше ничего. О, еще какая-то комнатка. Машины у них тут. Так. Балкончик, балкончик. Так, на балкончике же есть что-то интересное. Ну, должно быть что-то интересное быть на балкончике. Ну как? Ну, всего-то. Всего-то 2 сотни. На балконе. А что на балконе делают 2 сотни? Слушай, они уже давно улетели. Как-то странно. Как-то реально странновато. Так, я вроде как тут еще не была. Так, это я убираю. А, это не мое, вот мое. Вот мое, перепутала. Так, это я тоже убираю. А, здесь у нас вроде как все норм. Вот здесь я не смотрела. Так. Ага, запас еды, молока, гипсов. Понятно. Все. Собрать доказательства, избавиться от мусора и переставить мебель на ее место. Ага, вроде все нормально. Хорошо. Поехали в следующую комнату. Так. Вот сюда. Твои опасения были оправданы. Папа имел роман и случайно разрушил всю семью. Кара, ты тут? Ага, что происходит, Мейбл? Я сейчас теряюсь. Почему? Думаю, папа изменяет. Слышала, как он говорит с какой-то женщиной по телефону. Это точно не мама. Не сходи с ума, девочка. Наверное, это было ничего. Хз, может, ты прав, может, я просто параною. Точно. Да, точно. Так, а нам было это сломать надо. Давай-ка, ломай эту дверь. Ох, сколько мусора придется выносить. Но тут явно, знаешь, потом, когда придут патрульные, полиция и так далее, поймут, а что здесь дверь выбита? Она здесь так и была, как будто ее не было, да? Я сомневаюсь. Они подумают, что это реально. Ё-моё, какой
Сколько всего-то? Так, сюда. Так, господи. Ладно, придется походить тут. Сразу поубирать вот это все. Так. О, господи. Ёшкин-матрёшкин. Чуть не упала. Ну, ей это не помогло и не спасло. Так, это туда. Так, тарелочки, ваза. Господи, тут уютно было бы, если б не вот это. Ну ладно, мы сейчас сделаем уют, сейчас будет красиво. Ну, блин, слушай, тут как будто целая бойня происходила. Явно не с одним человеком. Как-то странно. Как-то странно. Вечеринка, походу, сильно не удалась. Так, ого. О, а, ну теперь понятно, почему. Бойня. Теперь все понятно. Нет ключа. Пор сгодится. Превосходно вообще. Так, ладно, давай вот это отмоем. Отлично, теперь это обратно. Ага, это сюда, а это сюда. Отлично. Так, давай-ка кровать отмоем. Вот так вот, как будто бы ничего и не было. Хотя это все надо снимать, стиральную машинку запихивать. Отбеливателем каким-то, или белизной. Но явно не так. О, моё. Это моё, 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 моё. Так, это... О, кстати, это моё. Так, вот это все отмываем. Вот так вот красиво. Ага. А это можно шваброй. А это можно шваброй пройтись. О. Хорошо. Хорошечно. Отлично. Так, вот здесь пол помоем. О, испачкалось. Значит, вот это передвинем на место. Сохранять спокойствие - это лучшее, что я мог сделать. Конечно, конечно. Так. Дальше коверчик пошел, посмотри. А, я пачкаю ковер. Господи боже. Еще я пачкаю ковер. Опять они испачкались, блин. Давай аккуратненько пройдем, чтобы не испачкать ничего. А, это такая картина. Фух. Аккуратно. Фух, аккуратно. Так, это помыть. Так, вот это взять. Вот это помыть. Угу, он так странно едет, мне страшно. Это помыть. Угу. Блин, оно такое золотое. Может, это можно взять? Нет. Откуда нельзя? А жаль. Так, ладно, давай сразу отсюда. Главное, чтобы просто следы не наделать. Больше себе работы. Поэтому надо потихонечку, аккуратненько. Так. Угу. Угу. Это у нас готово. Так, это у нас поставлено. Это у нас где-то вот тут. Красота. Так, потом еще стул. Стул измазанный. Ага, стул забираем. Как будто ничего и не было. Ничего совершенно здесь не было. Здесь все красиво. Белый ковер. Красота. Ничего не разливали. Никакую краску. Ничего подобного. Все отлично. Все превосходно. Ой, там снова. А, это плохая. Давай другую швабру. Хотя, кстати, отмывает нормально. У нас же жидкость эта, чтобы отмывала хорошо. Так что норм. А это еще быстрее будет отмывать. Чуш-ч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 уш. Да, ковер, конечно, чистить, это тебе не пол мыть. Угу. В особенности такой грязный. И с таким ворсом. О, там длинный ворс, 100%. Офигенный ковер. Вот это такой себе. Зачем еще два ковра? Тем более, которые не подходят почти к интерьеру. Возможно. Под цветок. Так, следующее. Следующее. Так, все, вроде мы уже почти вымыли. Осталось совсем чуть-чуть. Так, ковер готов. Швабра. Взять швабру. Аккуратно. Аккуратно вымыть. Ага, вот тут еще куча всего. Так, это задвинуть. А, нельзя пока задвинуть, поскольку у нас грязная тумба. Помыть. О, чистота, лепота, красота. Задвинуть, задвинуть. Ставить, перед... Задвинуть, перед... Ставить. Передвинуть. Теперь выглядит все просто бомбически. Конечно, конечно. Ты что думал?
Нами только так. О, вот это еще вытрем. Вот, нормально. Так. Я тут вижу еще тут ручка чья-то. Грабля. Надо отмыть. Так, туда мы еще пойдем. Надо бы здесь порядок навести. Вот это собрать. Угу. Это колечко забрать. Так. Это откуда вообще? Пока не знаю. Давай торшер поставлю. На место. Тебя на место. Блин, тут все попередвигали. Зачем они передвигали мебель? Скажи. Зачем это все передвигать? Ага, торшер вообще отсюда. А, тут еще, кстати, грязь. Ой, теперь нету грязи. Так, что тут дальше? А, вот еще рука. Вот еще чья-то рука. Так. Пока ничего не вижу совершенно. Не, все, тут вроде все. Этим мы покончили. Так, тут ничего нету для нас. Да, пошли сюда. Мне нужно быть осторожным, чтобы она не у... Теперь еще там убираться. Ну, ё-моё. Ну, что же это такое, а? Как она могла упасть? Почему я открыла дверь, и она упала? Как это вообще связано? Ладно, хорошо. Пошли. Пошли. Просто пошли. Так, это я... Вот так вот, знаешь, сделаю. Смотри, я вот так вот все сделаю. Помою все, что у меня есть, и уберу. Помыть. Помыть. Все. Убрать. Все. Готово. Так. Ну, тут вроде ничего не нашла. Вроде как тут ничего интересного у нас нету. Так что все, пошли. Так. Это у нас вот туда. Это у нас вот туда пойдет. Зачем мне с этим бегать, если я могу это просто все туда перекинуть? Вот туда. Прости. Прости, чувак. Так получилось, так вышло. Все, вроде бы все. Я везде осмотрела. Все везде забрала. Все везде помыла. Так что пошли отсюда. Секреты я прям не нашла. Ключ от прачечной. Помнишь, у меня ключ от прачечной есть, кстати. У меня есть ключ от прачечной. Ключ от прачечной, наверное, на улице. Там была закрытая дверь. Да. Именно. Оп, туда. Оп, туда. Берем тебя, дружочек. Берем, берем, пошли. Пошли, мой хороший. Так, тут еще что-то не убрала. Тут еще не все. Так, ключ от прачечной. Явно не тут. Стоп, а где? Ладно, давай их уберем. А где прачечная? Потому что мы тут секретиков еще не находили. А если мы не находили секретиков, значит, мы не нашли секретики. А они явно есть. 100%. Они тут есть. Надо их найти. Не знаю, где, конечно, искать. Я уже вроде весь дом обыскала. Даже потайных дверей нигде не видела. Ух, не нужно благодарить меня. Хорошо, не надо. Так, пока-пока, Марк. Пока-пока. Пока. Так, мусор. Мусор. Перестался мусор. И еще одно... одна кукла. И еще одна кукла. Так. Угу. Еще три мешочка. Так, давай за самым дальним пойдем. Так, вот. Так. Вот еще два мешочка. Стоп, и еще один человек. И еще одна куколка. Чего? А, она же там на улице валяется.
Она же на улице лежит. Так, ну пошли, пошли, пошли. Ой, они все потонули. Ужас какой. Ужас какой. Ромота какая. Так. Вот сюда вроде как. Ну да, вот вроде бы really сюда. Трудно назвать это мягкой посадкой. Да. 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 Ну давай, добей. Ну давай. Ну сломай ты уже этот стол. Ну пожалуйста, молодец. Давай еще. Давай, давай. Ломай. Молодец. Давай, вот так вот. Дальше. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Давай, еще, еще. Вот так вот, молодец. Еще. Молодцом. Так, собираем. А это надо все равно побить. Окей. Давай, торви эту ножку стула. Дала стула, без разницы. Можно брать? Да. Да. Но не то. Туда. Это надо все равно добить. Что ж такое-то на... На. Отлично. Теперь могу собрать. Теперь могу собрать. Потрясающе. Да, я думаю, никто не заметит, что здесь стола нету. Никто не заметит. Это не важно. Здесь не должен быть никогда стол. Туда. Блин, опять эти мешки выносить. Что ж такое-то? А бокал оставим тут, как думаешь, а? Ага, я их сейчас разобью, кстати. Кстати, да. Сейчас буду мыть полы, и я их разобью. И вот прибавится мне еще работенки. Да. Где прачечная? А? Где прачечная? У меня были закрытые двери в доме, я не помню. Не помню такого. А это потайная дверь где-то. Мы же не находили никакие секреты еще. Мы не находили никакие секреты. Так, давай этой губкой сделаем. Всё. Так, тебя забираю. Тяжело представить потерю ребенка таким образом. Что поделать? Что поделать? О, там может наверху? Нет, там наверху, блин. Где прачечная? Надо сейчас походить и поискать, слушай. Ну а как, что мы пропустим секретики? Секретики тут классные, я не хочу пропускать секретики. О, последняя. Готово. Еще 4 нам нужно пакета. Фотографируйте бассейн. Зачем его фотографировать? Зачем? Все, сфотографируйте подвал. А зачем мне это все фотографировать? Слушай, я ни разу не фотографировала ничего. Как доказательство, типа, что все отлично, все красиво, все идеально. Это как-то странно. Ну ладно, мы просто не делали до этого. Возможно, у нас сейчас другой заказчик просто. Поэтому от нас требуют фотографий. Он же не поедет сюда перепроверять это все дело. Ну да, как бы. Давай-ка туда вот. Оп. Почти. 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 Вот так вот. Хорошо, еще 2 мешочка. Ну, пошли фотографировать подвал. Ладно, заодно осмотримся везде. Может, чудо найдем. Так, тут нету. Тут вроде нету ничего. Так. Во! Вот она, прачечная. Секрет обнаружен. Так. У нас должно быть, у нас тут что-то должно быть интересное. О, да, вот она, вот она, вот она. Картины нельзя? Картины, походу, нельзя. И что это? Эпитези ливинг энви форзидин. Непонятно, чем. Ну ладно. Это, походу, отсылка к чему-то. Так. Ну, вроде все, больше тут ничего нету. Так.
Куда мне надо? Куда мне надо? Мне надо в подвал, да? Подвал, мне надо вот так. Вот все убрано, да? Оп, готово. Фотографируйте второй этаж. Второй этаж. Окей, пошли. Пошли на второй этаж. Так, второй этаж. Это наверх, окей. Так, эта дверь я знаю. Здесь у нас тоже ничего особо нету. Хорошо. Так, что мне надо зафотать? Оп. Хорошо. Фотографируйте первый этаж. Да что ты меня туда-сюда гоняешь? Нельзя было раньше? Так, а что фотать? Все идеально, все просто, идеально. Вот это все идеально, и вот это, естественно, все идеально. Покиньте место преступления, когда будете готовы. Ну, я думаю, я готова. Поэтому забираем все свои мешочки с мусором и валим отсюда. Вот это забираем и идем. Мы уходим. Мы с моим мусором уходим отсюда. Ну ладно, это не мой мусор. Мы с мусором просто уходим. Так, еще остался один мусор. Один мешочек. Готово. Еще последний где-то. Еще последний. Ты тут? Да, ты тут спрятался. Спрятался. Боится, боится. Да пошли со мной. У нас долгое путешествие будет с тобой. Новый дом. Вот так вот. И все. Поехали. Да. А посмотрим, что у нас. Что у нас и как. Я ж ничего, надеюсь, не пропустила. Так, краска у нас 100%. Мусор 100%. Мебель 100%. Отлично. Доказательства. Все. Хорошо. Куколки. Все. Отлично. Дальше поехали. Что у нас с секретиками? 12 тысяч долларов заработали. Забрали 7. Итого 19. Нормально. О, секреты, секреты. Ого. Один секрет не нашла. Не нашла один секрет. Ну что ж это такое? Не хватило чуть-чуть совсем. Капелюшечку. Где мог быть секрет этот? Как же они хорошо прячутся? Не представляю. Где-то из комнат, походу. Это дверь потайная прям, такая секретная. Так, что у нас по очкам с тобой? Лампа, лампа, мусорное ведро. Так, общее, давай общее. Что у нас? Ослабляет близлежащие пятна со временем, делая их легче очищаемыми. Озонатор, да, ну. Удобный топор. О, надо топорик взять. После наступления на пятно вы оставляете меньше следов. После наступления на пятно вы не оставляете следов. О, вообще отлично. Так, дальше. Увеличивает продолжительность датчика частоты на 1 секунду или сокращает время восстановления датчика на 1 секунду. Что так, без разницы. Вы можете использовать датчик частоты без ограничений. Тогда, конечно, вот это можно выбрать. Оп, вот так вот. И будет имба. Имба получается. Оп. Отлично. Так, небольшая лестница для доступа в труднодоступные места. Еще такого, кстати, не было. Так, что у нас с водой? Так, ведро вмещает на 25% больше воды, позволяет чистить инструмент чаще, прежде чем он загрязняется. Давай-ка. Так. Тут у нас уже не хватит. Увеличивает количество использования всех моющих средств. Особо не надо. Так, площадь мойки. Или, да, без разницы, короче, что. Все, мы вроде все сделали, все выполнили, пошли. Так. Пошли спать. Вот она, наша спальня. Давай поспим.
Что у нас за новое задание? Как думаешь? Так, квартира Тайлера. Милый, мы почти закончили. Ты готов? Еще нет, что-то не так. Ты пробовал выключить и включить его? Да, можешь попробовать сам. О, это странно. Обычно у меня работает. Боже, просто заткнись. Я попробую другой. Видишь, оно работает. Ты там закончил? Я не знаю. Почему хоть раз не может все пойти как надо? Что случилось, я понять не могу. Гвоздик вбили. Нормально, полочку ровно поставили, повесили. Мужик, молодец. Справился, хорош. Хорош, а как ты ее, слушаешь? Почему гвозди даже не вошли в вот эти вот держатели? И надо было как бы к стене прибивать, а не... Ладно. О, привет, дружок, привет. Так, хорошо. У нас тут ничего нету, нету. Там дайте пройти. Так, это ванна наша, это детская, все как обычно. Где наш телефон? Ага, вот. Доброе утро, Ковальский. На этот раз у меня для тебя простое задание. Тебе нужно убраться после этого крысеныша Тайлера. Маленькая квартира, всего несколько кукол. Сходи к нему, приобрети там и все, прибери. Это дурак, его девушка, окачаемся, устроили заговор против меня. Заговор. Теперь, по крайней мере, я покончил с этим кочевым дерьмом. Черт, Тайлер, из всех людей ты должен был знать, что этот парень не оставит это просто так. Вот оно что. Вот оно что. Маленькая квартирка, но я думаю, мы с тобой все равно уже не успеем. Проблема с крысами. Так, Тайлер, кстати, бизнесмен Тайлер. Как дела, мистер Ковальский? Знаете, в последнее время я много думаю о будущем. Это немного сумасшедшее, потому что все начало улучшаться после того, как вы спасли меня из той ситуации с Робом. Теперь люди в банде действительно уважают меня, и я чувствую, что моя жизнь быстро изменилась на 180 градусов. У меня много-много планов. Я даже думаю о том, чтобы в будущем создать свой собственный бизнес. Найдите меня, и я расскажу вам подробности лично. Джим может быть немного сумасшедшим, но он чертовски хорош для своих верных людей. И я самый верный, лучший гангстер. Он тоже хорошо отзывается о вас. Так что я думаю, что мы на одной волне. Но на всякий случай, дай мне знать, если я могу вам чем-то помочь. Походу, ему уже не помочь. Так, Биг Джим. Оказывается, несколько остатков кочевников пытались осуществить свою последнюю волю, чтобы отомстить мне. Жалкие ублюдки. А, в любом случае, я их достал первым, как всегда. Этот тупой крысёныш Тайлер пытался впечатлить какую-то бывшую кочевницу и предал меня. Он даже пригласил этих парней на тайную встречу, чтобы присоединиться к их плану и ввести меня вокруг пальца. Когда я узнал об этом, я послал своих людей испортить им веселье. Теперь они окончательно покончены. Дружеский огонь. Вот оно что. Вот оно что. Давай-ка это мы с тобой оставим на следующую серию. Хорошо? Не будем с тобой затягивать. И ставим самое вкусненькое на следующий раз. Так что все. Спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик, комментарий. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. И подписывайся на ВК-группу. Там теперь будут тоже выходить ролики, трансляции. Потихонечку будем туда перезаливать весь контент и немного переходить. Так что все. Всем пока-пока.